Уходящий 2013-й. Каким он был для каждого из нас? В конце года мы традиционно подводим итоги. Политики разного ранга это уже сделали. Год был трудовой, рабочий, так говорил президент на недавней большой пресс-конференции. Представители нашего телеканала в ней тоже участвовали. Из первых уст мы услышали, что инфляция в стране составила чуть более 6%, жилищное строительство выросло, зарплаты тоже. Но сегодня об итогах орловских. Это первое правительство. Я Олег Рудаков. Здравствуйте. Итак, предлагаю сперва вернуться в начало года. Александр Козлов тогда предложил 2013-й провести под знаком инвестиционной привлекательности региона и открытости власти. Я не намерен переубеждать поклонников сомнительных, скажу больше, проплаченных рейтингов, а также тех, кто считает, что лучше где угодно, но только не у нас. Предлагаю всем руководствоваться фактами, а не оппозиционными статейками. Итак, по порядку. Первое. Открытость власти, о которой было заявлено в начале года. Недавний трехчасовой брифинг с журналистами – показатель этой открытости. На брифинг пришли все, кто хотел. Были заданы самые неудобные вопросы. От них губернатор не уходил. Уже после, комментируя самую животрепещущую бюджетно-долговую тему в своем блоге, Александр Козлов еще раз расставил акценты. Никаких финансовых ям на Орловщине нет. У тех, кто намеренно старается затянуть область в водоворот недовольства и негатива, цели явно не созидательные. Конечно, у меня резко портится настроение, когда приходится платить по старым счетам, к которым мы отношения не имеем. Это не наша вина, но наша беда. Со временем рассчитаемся. Пенять на предшественников я не намерен, но и оппонентам хочу сказать, объективность, она беспристрастна. И уж если говорить об общей сумме долговых обязательств региона, надо говорить и об их структуре. Откуда долги? И за что платим? Кстати, с 2009 по 2013 годы доходы областного бюджета увеличились в более чем полтора раза. И в этом году перешли рубеж в 25 миллиардов рублей. Как итог того, что мы сегодня с вами добились, мы одними из первых приняли бюджет Орловской области. Я считаю, что это бюджет развития на 2014 год. Хотя, я уже говорил, много лет, 5 лет назад у нас была ситуация, когда у нас не бюджет развития был, а бюджет выживания. В этом году мы достаточно большую программу переселения освоили. Программа 2012-2013 года выполнена полностью. Программа 2013-2014 года. На сегодняшний день можно уже сказать, что все договоры заключены. Неплохие условия и неплохую динамику и показатели у нас показывают предприятия малого и среднего бизнеса. И, наверное, самый главный показатель, по которому можно оценивать ситуацию по малому бизнесу в Орловской области, это совокупный объем оборота, который проходит через предприятия малого бизнеса. Мы ожидаем прироста по этому показателю не менее 8%. Что превышает даже показатели по уровню инфляции, которая сложится в этом году. Вступила в активную фазу реализация программы подготовки празднования 450 лет города Орла. У нас большинство объектов развернулось, идет активное строительство. Некоторые объекты мы уже сдаем. В следующем году на подготовку к юбилею будет направлено более 3 миллиардов 300 миллионов рублей. Сумма эта сопоставима с бюджетом Орла. Финансирование культуры увеличивается почти в 2 раза, до 760 миллионов рублей. Согласитесь, недурно перед годом-то культуры. Если же говорить о рекордных итоговых цифрах 2013-го, то пока главные по ним аграрии. Впервые за всю историю сельского хозяйства регион собрал более 2,7 миллиона тонн зерна, 1,8 миллиона тонн сахарной свеклы. Думаю, не ошибусь, если скажу, что рекорд этот был достигнут вопреки многим факторам. Среди них погода, дорогие кредиты и отмена прямой господдержки, продиктованная ВТО. Радует то, что будет получено 41,9 миллиарда рублей валового регионального продукта или валовой продукции. То есть это примерно 102,8%. Вот то, что мы к планам планировали, это неплохой показатель. Теперь о инвестпривлекательности. Всего за 4 последних года в региональную экономику поступили свыше 115 миллиардов рублей инвестиций. Для сравнения, их объем с 1999 по 2008 годы чуть больше 105 миллиардов рублей. Нашу область президент России назвал в числе регионов-лидеров по производительности труда. А ведь еще несколько лет назад ни рентабельности, ни налогов, ни прибыли. В 2008 и 2009 цифры безработицы зашкаливали, заводы массово сворачивали производство. То, что сейчас легко, никто не говорит, но промышленность упорно демонстрирует рост, открываются предприятия, новые рабочие места.
Для скептиков мы прямо на экран в ускоренном виде, ибо их много, выводим список крупнейших заводов области, чтобы не поворачивался язык кричать о развале орловской промышленности. Начали мы год с достаточно, на мой взгляд, серьезного падения, почти 4% по индексу промышленного производства. Но, к счастью, вот это вот падение в течение года нам удалось отыграть и преодолеть. И по итогам года мы ожидаем все-таки рост промышленного производства. Одни предприятия заканчиваются год с 20% дохода, некоторые предприятия с нулевой рост у них, но это тоже неплохо, причем при том, что вся промышленность Федерации сейчас 99,9% идет. Ну, без роста. Ну, у нас пока мы планируем, что у нас будет 1,5% роста по индексу промышленного производства. 2013 год подтвердил необходимость и обоснованность создания Совета руководителей промышленных предприятий. Действительно, и руководители, и участники бизнеса все отмечают, что с помощью этого инструмента можно вырабатывать общие решения и их реализовывать. Потому что это очень эффективный инструмент по координации отношений между властями, между бизнесом. И вот этот мостик, который выстроен, и совет – это реальная помощь для решения конкретных проблем. Совет руководителей промпредприятий появился у нас 3 года назад, а вот подобная структура в сфере здравоохранения родилась в 2013-м. Это тоже значимое событие года. Медицинская палата, своего рода профсоюз медиков, стала атрибутом эпохи возрождения орловской медицины. Вот и губернатор говорит, за здравоохранение теперь не стыдно, скорее наоборот. За последние годы мы в здравоохранение вложили беспрецедентные деньги. Модернизацию более 6 миллиардов, так? Почти 7. В этом году завершилась программа модернизации здравоохранения. Я думаю, что жители нашей области смогли на себе почувствовать изменения в оказании медицинской помощи. Закончился ремонт в наших учреждениях здравоохранения, центральных районных больницах, городских поликлиниках, наших крупных учреждениях. Появилось новое оборудование. В этом году мы получили достаточное количество еще машин скорой помощи для наших районов области, для нашей станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. В этом году реализовалась программа «Кадры», и что очень радует, наши учреждения пополнились новыми докторами, новыми медицинскими сестрами. Продолжается строительство наших новых объектов, очень важных и очень нужных для всей Орловской области. А ведь еще несколько лет назад более половины всех лечебных учреждений нуждались в капремонте. Пятая их часть считалась аварийными. В 2009-2013 годах возведены 17 объектов облздрава, 9 из них – ФАПы. Сразу 3 крупных медучреждения «Орла» – областная клиническая больница, перинатальный центр, детская областная клиническая – готовятся к открытию корпусов новостроек. Для компаний, специализирующихся на жилье, 2013-й тоже был неплохим. Год характеризовался повышенным спросом на квартиры, стартом новых строительных проектов и увеличением объемов ввода жилья. Судите сами. Мы выполнили тот целевой индикатор, который поставил над нами Минрегион, 370 тысяч квадратных метров. Сейчас подводим итоги и считаем, что мы его даже несколько перевыполним. Есть задел, и самое главное, в 2013 году сделали как некий задел на будущее. Мы в этом году сделали и презентовали концепцию развития жилищного строительства в городе. Такая концепция для нас жизненно необходима. Последний аргумент можно отнести и к орловским дорогам. В уходящем году к ним было особо пристальное внимание. Дело не только в больших средствах, закатанных в асфальт. Объем дорожного фонда составил 3 миллиарда 269 миллионов. 2013-й был объявлен губернатором годом народного контроля за ремонтом. Сегодня много разговоров о том, что тут не так, там не так. Все уже забыли, что было 5 лет назад. Хотя еще там не сделано у моря. И надо как минимум увеличивать в разы финансирование всей дорожной инфраструктуры. И все это понимают прекрасно. Следующий год будет еще более активный, работы будет еще больше. Но мы к ней готовы. Я не сомневаюсь, что мы справимся с теми задачами, которые перед нами ставит губернатор. Считаю, что комментарий излишним. Кстати, разного рода признания нашего региона экспертами и федеральными властями тоже дают хороший повод для оптимизма. Вот послушайте. Орловская область в первой двадцатке рейтинга обеспеченности села инфраструктурой. В рейтинге создания высокопроизводительных рабочих мест Орловская область на 4-м месте в ЦФО. Регион занимает 5-е место в России по эффективности затрат на социальную сферу.
Двум фондам, гарантийному и микрокредитованию, присвоены высокие степени надежности. Оговорюсь, это лишь малая часть всех достижений области в 2013 году. Сказать больше не позволяет формат программы. Завершим ее итогами молодежными. Начальник управления Анна Тихомирова о них прямо сейчас. Ваши приоритетные цели и задачи или, может быть, направления в работе с молодежью, с подрастающим поколением? Достучаться вот до каждого и объяснить, что с любой инициативой, по любому вопросу, там проблема может быть, он может обратиться в наше управление, и мы либо поможем сами ему провести мероприятие, реализовать его инициативу. То есть это реально? Либо, конечно, это реально. К сожалению, у нас таких инициатив не очень много, но по возможности мы всем стараемся помочь. Вот что входит в вашу компетенцию, коль мы этого коснулись? Реализация государственной молодежной политики на территории Орловской области. Направлений реализации очень много. 4 подпрограммы, 2 слова о каждой. Обеспечение жильем молодых семей – это программа, по которой любая молодая семья может получить социальную поддержку в размере 35% от стоимости приобретаемого жилья. Подпрограмма, она называется «Комплексные меры по противодействию». Противодействие злоупотреблению наркотиками, но несмотря на то, что в программе, именно в тексте, в названии фигурирует слово «наркотики», фактически это программа, которая посвящена вовлечению молодежи в здоровый образ жизни. Что еще у вас в планах, помимо того, что вот эту программу вы озвучили? На следующий год у нас запланировано 3 крупных мероприятия. Первое мероприятие планируется на конец февраля. Оно достаточно закрытое, но для нас очень значимое. Это форум молодежных правительств Центрального федерального округа. Значит, еще одно мероприятие у нас как раз по здоровому образу жизни. Это областной фестиваль здорового досуга. Тогда вернемся непосредственно к вашему детищу, Орловскому молодежному правительству. Для чего? Зачем? И вообще, нужно это или нет? Я думаю, что это нужно, потому что к моменту, когда мы создали правительство у нас, оно действовало уже в 67 регионах, поэтому, безусловно, создавать его было необходимо. Ребята просто изучают те функции органа государственной власти спецкомпетенции, дублером, руководителя которого они являются. Как прошел 2013 год для вашего департамента? Конечно, очень много мероприятий. Есть понимание, что если раньше мы говорили, что молодежи нужна поддержка, мы должны вот ее оберегать, беречь, холить и лелеять, то сейчас мы все-таки отталкиваться и уже отталкиваемся больше от того, что молодежь – это все-таки ресурс. Это сильные, умные, молодые люди, трудоспособные, которые могут многое дать стране. Направить нужно русло. Да, направить нужно свои усилия больше на то, чтобы создать им условия для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал. Спасибо вам за интересное интервью. Хочется пожелать вам удачи и чтобы все ваши проекты обязательно воплотились в будущем году. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Первое правительство». Все наши выпуски вы можете увидеть на сайте первого областного обл1.ру. Ну а мы с вами увидимся теперь лишь в будущем году. А посему с наступающим. Пусть все плохое и негативное останется в прошлом, а все ваши мечты и желания обязательно сбудутся. Удачи и берегите себя.